Анита Цоем и Дагмада Аржиева порадуют поклонников совместным дуэтом. Петь будут на бурятском языке. Об этом певицы договорились в Сеуле, куда Мадыгма отправилась с концертной программой, а Анита проводила встречу с фанатами. Исполнить песню предложила сама именитая российская певица, когда передавала пламенный привет жителям Бурятии. Кажется, что для бурятской исполнительницы это тоже было неожиданно. Бурятия, привет! Привет, Бурятия! Мы вам передаем привет, в общем-то, не из Бурятии, мы в Корее. Хотим вам сказать, что мы вас очень всех любим. Надеюсь, что скоро вас увижу, хотя совсем недавно у вас была. Но я думаю, что теперь мы должны спеть вместе, да? Я вообще с удовольствием! Легко мы споем на бурятском языке. Подумаем, что и сделаем. Теперь поклонники с нетерпением ждут совместного выступления. Правда, когда оно состоится, пока не ясно.